Всем привет! Вы на канале Профи Футбол, и в этом видео открываю рубрику «Играй как», в которой буду показывать вам не только финты, набрать какие-то различные хорошие индивидуальные качества тех или иных футболистов, а затем показывать вам упражнения на их отработку. И сегодня у нас на очереди Криштиану Роналду. Но если вам понравится такая рубрика, то я обязательно продолжу ее выпускать. Поэтому, если хочешь продолжение, то ставь лайк, ну и подписывайтесь, кто еще не подписан. Спасибо, а теперь давайте начинать. И первое качество у Роналду, которое я бы хотел выделить, это скорость. Роналду является одним из самых быстрых игроков в мире и обладает хорошей как стартовой, так и общей скоростью. Когда он играл еще в Манчестере, он очень часто обыгрывал соперников именно за счет хорошей скорости. И в этом видео я не буду показывать вам целый набор скоростных упражнений, потому что это все-таки другая рубрика, а покажу вам лишь одно самое простое в понимании и доступное для всех упражнение, которое практикуют во многих детских футбольных школах и легкоатлетических секциях. Итак, вы становитесь в неудобное положение. Это может быть положение сидя, поза лотоса, лежа на боку, спине, животе, упор лежа и так далее. Можете сами придумать позицию. И вот из такого неудобного положения вам нужно постараться как можно быстрее стартануть и набрать скорость. Это тренировка взрывной скорости, где ваши ноги должны прилагать больше усилий, чтобы стартануть, из-за того, что вы находитесь в неудобном положении. Но если вы помимо стартовой скорости хотите тренировать и общую, то пробегайте большее расстояние после старта. Также через 15 метров от старта можете оставлять мяч и, подхватывая его, делать упражнение на ведение мяча на скорости. Вообще можно создать много дополнений. Например, для быстроты ног и большего эффекта при стартах можете одевать на ноги утяжелители и бегать в них. Второе качество Роналду, которое я бы хотел выделить, это резкость, с помощью которой Криштиану очень часто обыгрывает своих соперников. Иногда, даже когда защитник не реагирует на финты, Роналду усыпляет его бдительность, а затем резко смещается в одну из сторон, и соперник не успевает его накрыть. В большинстве случаев Роналду использует резкость на средней скорости или на месте, поэтому будет два упражнения. Значит, для средней скорости расставьте две фишки параллельно друг другу на расстоянии двух шагов. Сделайте таких несколько рядов, расстояние между которыми равно трем шагам. Затем набираете среднюю скорость и старайтесь убирать мяч под углом 90 градусов так, чтобы он не касался фишек и катился вдоль них. Работайте обеими ногами. Также можете делать щечками. А чтобы тренировать резкость с места, расставьте две фишки параллельно друг другу, встаньте напротив них и начинайте уходить в сторону. Старайтесь делать это как можно резче и быстрее. Итак, следующее качество. Когда я слышу фамилию Роналду, у меня всегда идет ассоциация с финтом-ножницей, который Роналду исполняет идеально. Он делает переступы в каждом матче, выполняя ножницы как в центре, так и на фланге, на высокой скорости, на средней, на месте. Также он сочетает различные переступы во внешнюю и внутреннюю сторону, может добавлять к ним какие-то дополнительные движения, используя их как танцы. То есть ножницы – это один из тех финтов, которым Роналду постоянно пользуется, который он довел полностью до автоматизма. А как научиться делать этот финт, как его тренировать, вы можете посмотреть в моем другом видео, которое я уже выпускал. Есть прям отдельный ролик на эту тему. Кому интересно, заходите и смотрите. И четвертое качество у Роналду – это удар. Криштиану обладает сильным, плотным, хорошим ударом. И, конечно, когда он только перешел в Манчестер, у него не было такого удара. Но регулярные тренировки и трудолюбие все исправили. Я читал книги о Роналду и как-то наткнулся на такое высказывание Рио Фердинанда, который рассказывал о том, что Роналду после тренировки тренировал свой удар, одевая на ноги утяжелители. То есть Криштиану убрал грузики, одевал их и бил в них поворотом, после чего снимал утяжелители и продолжал снова наносить удары уже без них. И вот если вы попробуете, то действительно увидите, что это помогает. Ну а почему так происходит, я уже более подробно расскажу в другом ролике, который будет о том, как увеличить силу своего удара. Но единственное, о чем хочу предупредить, тренируйтесь в утяжелителях аккуратно, потому что идет нагрузка на суставы. Кстати, хотел спросить, нравится ли вам такая рубрика или нет? Если да, то обязательно ставь лайк. Ну а в комментариях напиши, на кого из футболистов еще сделать подобный выпуск. Ну на этом все, всем большое спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, всем пока!